Thank you.
Поэтому даже пропада в английском от
душе говорит, spirit soul. То есть два слова используют, масло, масло. Потому что то духовное, это духовное. Духовная душа, потому что душе говорит представление материальное. Несовершенно. Не достигли совершенства, чтобы думать о душе даже, даже о себе как о душе. Думать, что есть русская душа, там какая-то еще душа. Она частичка Бога, никакая из этого мира не имеет никакой связи на самом деле, с этим миром. Ведь он говорит, что душа, она никакой связи не имеет с этим миром. Никак не связана с этим миром. Ни с землей, ни с водой, ни с воздухом, ни с эфиром, ни с умом, ни с разумом, ни с какими представлениями себе в этом мире. Никак не связана, она совершенно другая. И какая же она? Не описана. Чудесно. Вы не сможете это объяснить, даже когда увидите. Она просто чудесная. Она чистая от всех порог. Это последствия величайшее чудо душа. Ну а сверхдуша, как нужно понять, что это источник этой души, поддерживает силу этой души. Это уже цель совершенно, смысл совершенно всех душ. Это отношение Радхи. Здесь говорится, еще раз прочитаю текст. Вот царь, вытерев ее заплаканные глаза и груди, залитые слезами горя, Верховный Господь, единственная цель своих преданных, обнял свою целомудренную жену. Верховный Господь обнял свою целомудренную жену, которой не было, не нужно было ничего и никого, кроме Него. Шри Кришна, который умеет успокаивать, как никто другой, стал ласковыми словами утешать несчастную Рукмини, введенную в заблуждение ее подразниваниями, ничем не заслужившую таких страданий. Кришна использовал материальное обозначение в этой беседе, умышленно. Он не стал говорить трансцендентно. Но он стал излагать себя, представлять не трансцендентным образом, а как видят его обычные люди. Умышленно. Цель его была разгневать ее. Потому что он ни разу не видел ее гнева. Никогда она не гневалась на Кришну, что бы он ни делал. А он делает все, что пожелает. И вообще, ну, есть разная любовь к Кришне, потому что есть разные жены, много жен. Рукмини первая. Царица Двара, вторая Сатибхама. Если сравнить их, они по-разному любят Кришну. Если Рукмини никогда не гневается, то Сатибхама гневается на Кришну. Она выражает часто свой гнев и упреки. То есть по-разному любовь проявляется. И все это для его удовлетворения, это разнообразие. И, видимо, Кришне стало скучно с Рукмини. Никогда не ее гнева, она же умеет гневаться, тоже интересно посмотреть, какая она в гневе вообще. Так, женщина, отметьте это. Не будьте одинаковыми. Любовь это тоже какая-то игра, это отношения. Нет, это не просто вот какое-то сексуальное привлечение, это еще отношения. Человеческие отношения, в них много тоже разве есть. Не обязательно только чувственное наслаждение, мы еще хотим понять друг друга. Узнать друг друга, изучить друг друга. До глубины души происходит этот процесс, собственно говоря. Это ашрам. Необычный ашрам. Не брахмачари ашрам. Это ашрам, где есть другие игры. Но это тоже процесс самопознания. Понять противоположный пол невозможно без осознания души. Невозможно. Другое тело. Потому что мы в разных телах находимся. В разных психологиях. Поэтому супруги, они общаются с разных сторон, они открыты полностью должны быть, постепенно они открывают. Сначала они скрывают многое друг от друга, но в процессе жизни открывается многое недостатков, это их беспокоит. Но мы говорим о том, что нужно раскрывать также и черты отношений сокровенно, которые, несомненно, исходят из души, преломляясь вот в эти вот разнообразные материальные энергии. И если есть раса в этих отношениях, то есть такая любовь и раса, где есть и шутки, и серьезные, и гнев, и прощение, и конфликты, и вот все это вот вместе должно быть
разнообразием этой любви. Так говорят в Индии. Муж и жена ругаются, потому что это любовь. Рупа тоже так говорит. В Индии индусам говорил. В Западной мире он не говорил западным людям. Что у них любовь по-другому понимается. На другой основе, на сексуальной основе. А в Индии он говорил, муж и жена ругаются, но потому что это тоже любовь. Потому что это любовь, так. Природа любви такая. Потому что Прабхупада знает, что это исходит из духовного мира. Господь Кришна тоже вступает в конфликт со своей женой, с Рукмини сейчас, умышленно. Причем без всякой причины. Не подавал никакого повода. Но это природа любви. Разозлить просто без всякого повода. И посмотреть, что из этого получится. Интересно, понимаете? То есть там нет злого умысла никакого. Игра. Он потом Кришна скажет, почему ты так расстроилась? Мы же супруги, мы же играем. Он в конце это скажет ей, почему так всерьез его восприняла? Я хотел просто увидеть твой гнев и все. И что же Кришна говорил? Он говорил, описывал себя глазами обычных людей. Он говорит, я тебе пара недостойная на самом деле. Мне нет варны профессии. Никогда не изучал веды. Тут уже материалисты мне говорили, что Шишупал там другие. Они его критиковали. Я привязан, к тебе не привязан. У меня много жен. А до тех жен я еще развлекался в Вриндаване. Я влюбляюсь во всех. Ты думаешь, я к тебе привязан? Нет. Ну, она слышит, понимаете. Для нее, конечно, есть, и больше никого нет. И вся жизнь в этом, вся жизненная сила, чувство, разум. Все полностью чистое, она духовная, трансцендентная. Нет варны, нет цели жизни. Что еще? Я трус. Я сбежал от Джарасанхи, вообще от демонов. Вот море город построил из страха. Не герой, как ты думал. И тебя я как бы, ну, ты меня не знал до брака, я тебя украл. Насильно, собственно говоря, ни разу не видела. А ведь тебя хотели выдать за самого могущественного царевича того времени, Шишупалу. Вот он на самом деле был героем, он знал веру вообще. Он, конечно, демон, но он герой. А я тебя просто украл, вот такая вещь была. Но еще не поздно, он сказал. Ты еще достаточно молода, у него уже 10 сыновей, у него уже 10 сыновей. Но Рукмини не стареет, вот в чем дело. Она такая же юная, выглядит. Это еще не поздно сделать выбор. То есть он говорит, ну, на развод. То есть он перечислил все свои недостатки, вот как его описывают в материальном мире. И так что так вот мы и не давай все-таки решайся на правильный выбор. Он подумал, сейчас будет что-то. Сейчас молнии, гром начнутся. Жена супруга, она ему этого не простит, такой шутки. Она ему сейчас все выговорит. Каждый раз гневается, любая жена это сделает. Здесь произошел странный случай. Неожиданный для Кришны. Шри Бхагавану Вача. Ма Вайдарпхе Асьетха Джанитван Мат Парайанам Вача Шрату Камина Кшверия Чаритам. Верховный Господь сказал, о, Вайдарпхи, не обижайся на меня. Я знаю, что ты безраздельно предана мне. Я просто шутил. Дорогая моя, потому что хотел послушать, что ты что-то скажешь в ответ. Рукмини ничего не сказал в ответ. В это время она стояла с Чамарой. Кришна сидит на асане, все это говорит. А Рукмини вместо служанки упустила служанку и сама обмахивала чамары. Так они делали царицы Двараты. Пускали служанок и сами служили. Потому что считали его только служанками. Так считали они. Беседе с Прабхупадой, они все об этом говорили. Она их спрашивала поочередно, как они добились такого расположения, как они вышли замуж за Кришну, Верховную Личность Бога.
и они рассказывали каждую свою историю, как Кришна завел кого-то на самоваре, кого-то украл. 16 тысяч он взял одновременно, в какой-то момент, освободив их из плена Бхавасуры. И каждый из них говорил: я просто подметальщица во дворце, я просто служанка, я ни о чем другом не думаю, мне больше ничего не нужно, не интересно. Потом она стояла с Чимарой, а Кришна вел вот эти речи с ней, глядя на нее. Она от природы настолько красива, Рукмини, описывается ее свадьба, вот когда она свою шашупала. Ее царевичи не видели, такого правила было, что до замужества девушку мужчины практически не видят. Они в женских покоях живут в своей территории, в своей среде, особенно вот дочери царей. Их охраняли, их красоту, как бы их величие охранялось. Они обладали божественными качествами, многие из них. Только по слухам люди слышали и знали о их величии и даже внешности. Но Рукмини написала письмо Кришне с просьбой украсть ее, потому что она не хотела за Шишупалу выходить замуж. Она думала только о Кришне, даже не видя его. Ну как это мы делаем? Мы слушаем о Кришне, не видим вроде его, но мы слушаем, развиваем эту привязанность. И она имела эту привязанность, просто услышав о нем. Такой разум Рукмини был. Она осознавала трансцендентность и понимала, что ей нужен вечный муж. Она привлекалась именно качествами Кришны, супружеской расы. Они могли представить другую роль с каким-то просто человеком обычным. То есть фактически это была экспансия богини Лакшми. Это не была обычная джива. И когда настал день свадьбы, Рукмини должна была пойти в храм Чандики, или Амбики, то же самое, Дурги. Получить благословение. Такая вот церемония. В сопровождении служанок, подруг и священника. И вот тут ее увидели собравшиеся на эту свадьбу царевичи. Там уже Шупал и другие, все как бы главные цари этого мира. Царевичи, которые должны были жениться. Некоторые были не женаты, Шишупал должен жениться. Для царевича это очень решающий момент в его судьбе. Потому что управлять царством без царицы невозможно, не представляется возможным. То есть и могущество управления зависит от их отношений. Сила вдохновения, могущество царя зависит от его отношений с царицей, с ее чистоты, целомудрия. Именно поэтому развязалась война за Драупади. Целая мировая война за чистоту императрицы. Потому что от этого зависит как бы вот чистота всего общества. Смысл был такой большой. Поэтому вкладывалось понятие чистоты женщины такого уровня. И когда она вот вышла и увидели ее царевичи, там описывается, они на какой-то момент потеряли сознание от того, что не видели. Это сравнивается подобно тому, как мы идем и видим друга. Молния сверкает. Получаем шок и останавливаемся. И ждем. Еще раз. Ждите еще раз. Где? Вот когда Рукмини появилась, они получили такой шок, и буквально они попадали с коней. Буквально в смысле. Сегодня это образное шутливое выражение, что люди падают, когда мы выходим. Там. Они, конечно, не падают. Но тоже иногда привлекаются, как-то смотрят. Ну, мы так вот шутим сегодня. Но действительно, это такой как бы вот эффект возможен. Например, это вопрос также, конечно, нашего развития, наших чувств, типа чувств. Как один известный саньяси в Индии, он получил откровение божественное, увидев просто стаю летящих цапель, освещенных солнцем, на фоне грозовой тучи, этот контраст. Он потерял сознание, этой красоты. Такие природные явления тоже могут нас сильно восхищать. Кто-то берет, начинает писать стихи, кто-то берет, начинает это изображать, понимаете, потом это показывает, потом это вот становится ценностью, достоянием как бы государства. Кто-то видит, кто-то воспринимает, кто-то переживает. И Рукмини, они, говорится, от вожделения попадали с лошадей. А чистые люди,
Они восхитились этой красотой, потому что она была чиста. Это невозможное сочетание в материальном мире. Если женщина красива, она знает себе цену, мы называем это. Она себя хочет дорого представить, она пользуется этой красотой, она тоже полна выгоды и вожделения. Это материальная сторона. Но Рукмини как будто бы даже не сознавала своего величия. Как будто это был просто ребенок. Чистейший ребенок. Это всех повергло в шок просто, когда просто вот увидели Рукмини, ее походку, ее улыбку вот эту вот, ее глаза чистые. Царевичи смотрели с коней. Кришна этим воспользовался. Поэтому не нужно даже было спешить, потому что царевичи все лежали. И приходили в себя, вооруженные кшатри. Вот. Он медленно подъехал на колеснице спокойно. Остановил ее у всех на глазах. Все рот раскрыли. Подал ей руку на колесницу. Так же медленно отправился дальше. В это время царевичи уже пришли в себя. Стали забираться на лошадей. И вдруг увидели. Рукмини так величественно, плавно уходит. С кем-то они с Шишупалой, а с кем-то другим. То есть Кришна тут появился, конечно. Они стали вооружаться, конечно, стали кричать, потому что любая своя вара в этом случае заканчивается битвой. Это обычное купровщательство. Они дерутся на каждой свадьбе. Они возбужденные становятся, знаете, там всякие сцены. Это природа кшатрия. Они между собой, это нормально, между собой. Но их честь такова, что они не трогают людей невинных, слабых, это ниже чести. Они противника равного всегда. Иначе для него это не прославляет его, а слава для него дорога. Так кшатрия имеет свою природу. Вот так была получена Рукмини. Затем Кришна отправился, набрал скорость на колеснице, потому что армия уже в догонку пошла. Тут Баларама с армией подоспел. Началось сражение. То есть это была битва. Рукмини очень переживала, что из-за нее такое происходит. А Рукмини, конечно, не мог простить ни Рукмини, ни Кришне. Он сказал, я друг Шишупалы, я ему обещал, старший брат Рукмини, обещал твою руку. Это самый выгодный брак вообще в мире, и ты капризная сестра, глупая, молодая, ты ничего не понимаешь ни в политике, ни в жизни. Твои капризы, ты влюбилась в какого-то несуществующего Кришну, которого ты никогда не видела вообще, который не имеет ни цели жизни, ни образования ведического, волочился за женщиной во Вриндаване всю жизнь, все знают это. Говорит, я отомщу сейчас, я убью этого Кришну вообще и верну его к свою сестру. Вот Кришна все эти аргументы еще использовал как раз, потому что о нем думали демоны вот таким образом. Он взял лук, стрелы, гордую осанку принял великую, что он брат, что он имеет право. Кришна отдал ложе Рукмини, и она управляла боевой колесницей. Она умела это делать. Она дочь царя была. Она уже умела делать. Ей было лет 16. Она управляла боевой колесницей лошадьми. А Кришна пускал стрелы. А Рукмини правее чуть-чуть, так, левее чуть-чуть. Он играл. Он это делал играючи, без напряжения. Рукмини, конечно, тоже сразился с Кришной, само собой. Кришна хотел его убить. Рукмини говорит, в день свадьбы моего брата не убивали. Все-таки он все равно мой брат. Все равно он действовал с любви ко мне. Он, конечно, демон, но он любит меня. Он мой брат, поэтому я прошу не убивать. Говорит, хорошо, не буду убивать Рукмини, но накажу. И сделал из него посмешище. Прическу ему испортил. Для кшатрия прическа, это его гордость, знаете. Взял пол головы из брилы. Позор. Так, унизил какой-то. Тут подоспел Баларама, разбив всю армию, там, разогнал всех кшатрий. И увидел Шишупалу в таком виде. Странно. И обеспокоен Рукмини со слезами на глазах. Рукмини говорит, не удивляйся таким видом брата. То есть кшатрии так иногда, кшатрии, Кришна кшатрии, все кшатрии, так бывает. Потом так действуют гуны, свою философию объяснять. И она все понимала, что говорил Баларама. Он же изначально духовный учитель.
Он ее успокоил сначала как женщину, а потом стал говорить с духовной платформой. И она была счастлива все это слышать, полностью рассеяла все печали. Она вспомнила Кришну снова, свои вечные отношения с Кришной. С тех пор больше никогда не плакала. Никогда в жизни. Ни одной слезинки не пролила. И тут Кришна говорит: Рукмини, пора подумать о жизни все-таки. Я тебе не пара. Ну подумай сама. Я постоянно об этом думаю. И я к тебе не привязан на самом деле. И он стал перечислять все эти вещи, демонические точки зрения. Рукмини в то время держала Апахала, слушала до конца все это, совершая свое служение, не прерывая. И ум пришел в замешательство. Не знала, что теперь делать. Похоже, намекает на развод. Как только она об этом подумала, что возможно разрыв с Кришной, что невозможно. Никогда это невозможно. Но она когда подумала, что это возможно, если это возможно, она на глазах стала худеть. Вот так можно было видеть, как солнце закатывается. Вот точно так же она стала худеть. Все браслеты слетали с рук. Волосы все распустились. Одежды многие вот так вот спали, запутались. Она похудела, побледнела, выронила чимару, закачалась, как подрубленное дерево, рухнула на землю. Вместо того, чтобы разгневаться, накричать на мужа. Вот такой результат. То есть план Кришны не сработал. Как пишет Шрила Вишванатха Чакравати Тхакур, Господь Кришна произнес эти слова, поскольку думал, что прекрасная Рукмини могла сердиться на него или же бояться опять услышать от него что-нибудь неприятное. Мукхам ча према самрамха спурита тарам икшитум катакше пару напангам сундара бригу кутятам. Еще я хотел посмотреть на твое лицо с дрожащими от любовного гнева губами, на красноватые уголки твоих глаз, на то, как ты бросаешь взгляды искоса и хмуришь брови. Ну, когда гневается человек, он так начинает все. Этого я хотел посмотреть, я не видел никогда. Потому что, если женщина красива, в гневе красота и усиливается. Я должен злить своих жен и смотреть. Интересно, я так иногда делаю. Ну, мы уже давно живем с женой всю жизнь, поэтому она понимает, что я делаю. Она не впадает в заблуждение, она понимает, что я играю, но это задевает именно меня по-настоящему. Это интересно. Мне дают спор по поведению учеников, когда она там что-то говорит одно, я другое, и вот я ее начинаю. Или она меня тоже. Вот, но сознание не теряем пока ничего. До этого не доходит. Сегодня Вишна Чакравати Такур объясняет здесь, что обычно по трансцендентному желанию Господа его чистые преданные отвечают ему так, чтобы все его духовные желания исполнились. Однако Рукмини любила Господа настолько сильно, что ее умонастроение победило. И вместо того, чтобы разгневаться, она упала без чувств. Она победила Кришну. Он сейчас скажет ей об этом. Он ей скажет это слово. О совершенство любви, он скажет. Она победила его своей любовью. Так и говорится, что его можно победить только любовью. Так он отжит и непобедимый. Однако Кришна остался очень доволен ею. Проявив свою всеобъемлющую любовь к нему, Рукмини только усилила его трансцендентный экстаз. Аям хи парамо да лабхо грихешу гриха метхинам ян нармайр Иате яма прияя пхиру памини. Необычные слова. Пхиру. Даже трудно произнести. Ты умеешь произнести санскрит? Да. Пхиру, скажи. Биру. Правильно? Да. Как там? Биру бхамини. Биру? Биру бхамини. Правильно говорить биру? Би бхам. Бхи. Пхиру. Ну, там и кратко у нас написано, как произнести пхиру. Ну,
Ки? Бхиру. Бхиру. Бхиру Бхамини. Робкая. Бхамини темпераментная. Робкий темперамент. Это Рукмини. Это ее природа. О, застенчивая, но темпераментная супруга. Для семейного человека нет ничего приятнее, чем шутить с любимой женой. Слово «пхамини» указывает на рассерженную, страстную, темпераментную женщину. Пхамини. Несмотря на все старания Господа, Рукмини так и не рассердилась на него. Поэтому Господь продолжает подразнивать ее. Шри Шука Вабача, у нас какой текст? 32 у нас, да? 34? 34, нет. Шукадева Госвами сказал, о царь, успокоенный Верховным Господом, царица Вайдарки поняла, что он шутил с ней и перестала бояться, что он бросит ее. Вот даже вот эту шутку, если кто-то намекает, что ты можешь, Господь может бросить тебя, даже такая шутка может привести к замешательству. Такая сила привязанности. О, потомок Бхараты, застенчиво улыбаясь и бросая на Господа чарующие взгляды, исполненный любви, Рукмини принесла такие слова. Обычно жена не смотрит в упор в глаза мужу, когда говорит о любви. Она в тюрьме стесняется. Вот что держит внимание мужчин. Она просто бросает взгляд и отводит. И снова отводит. Это природа женщины. Вот в чем как бы ее природа, привлекательность, застенчивость. Это вызывает уважение. Хотя там есть страсть, но вот эта застенчивость вызывает уважение и перекрывает похоть. Потому что мужчина, видя красивую женщину, может испытать похоть. Но ведь застенчивость, это как внутренний клапан Прабхупады говорит, он чувствует уважение. Вот это очень важный культура. Застенчивая женщина. Это делает любовь более тонкой, не грубой, а тонкой. Шри Рукмини Увача. Что же она скажет? Сложный санскритский текст она принесла. Я даже не буду пытаться. Я почитаю перевод. Шри Рукмини сказала, на самом деле, все, что ты сказал, о, это Саоки, чистая правда. Говорит, я пошутил, неправда. Говорит, нет. Сейчас я объясню. Конечно же, я не ровня всемогущей личности Бога. Конечно, говорит, я не пара тебе, ты прав. Ты кто и я кто? Разве можно сравнить Верховного Господа, повелителя трех главных богов, который наслаждается своей славой, и меня, женщину, наделенную обычными материальными качествами, к чьим стопам преподают одни глупцы? Как женщина понимает такого уровня глупцов? Они от вожделения ко мне подходят, это все глупцы. Это не настоящий муж. Настоящий муж не поддается вожделению, когда общается с женой. Женщине очень легко это понять. Глупость мужчины. Без всякой философии. Просто как он смотрит на женщину, уже понятно. Женщина сразу это почувствует. И к ее стопам припадали, видите, практически все цари того времени. Она говорит, это только глупцы были. Ты другой. Шрила Шридхар с вами приводит список недостатков, которые приписал себе Кришна, чтобы доказать, что он не годится в мужья Рукмини. Он сказал, что не подходит Рукмини, что он труслив, что сбежал к океану, враждует с сильными мира сего, что покинул свою столицу, что происхождение его сомнительно. Пастух, кшатри, непонятно. Что он поступает вразрез с принятыми в обществе правилами, что его прославляют только нищие, что он холоден и не интересуется семейной жизнью. Господь утверждал, что Рукмини не заметила вовремя в нем этих недостатков. Теперь же Рукмини начинает отвечать Господу, чтобы опровергнуть все, что он перечислил. Вначале он отвечает Господу на то, что он сказал в 11 стихе этой главы. Касман, но вавреше, саман. Почему? Ты выбрал меня,
выбрала меня, хотя я тебе не ровня. Значит, ответит Шамадрюк Минидеви, говорит здесь, что, конечно же, она и Кришна не ровня, так как никто не может быть равен Верховному Господу. То есть Кришна не солгал. Далее, Человечиначи Кровати Такакур отмечает, что, будучи очень смиренной, Рукмини называет себя внешней энергией Господа, хотя на самом деле внешняя энергия – это всего лишь ее, богини процветания, экспансия. Она себя ставит в такое, вот, в такое положение, что считает себя экспансией. А на самом деле она внутренняя энергия Кришны. Внешняя энергия Майя – это экспансия внутренней энергии. Поэтому к ней иногда также относится как к внутренней энергии. Если о духовной стороне говорить, это внутренняя энергия. Она не оскверняется материальной природой, сама материальная природа. На самом деле она внутренняя энергия, духовная. Но она принимает роль внешней энергии с целью удержать эти непокорные души в материальном мире. И выполняет совершенство эту роль. Собственно, это главная его энергия. Майя, йога майя. Да, мой Господь Урукрама, ты возлежишь в океане, словно боишься материальной гуны. Всегда пребывая в чистом сознании, ты проявляешь себя в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. Ты всегда сражаешься против глупых материальных чувств. А от положения царя отказываются даже твои слуги, зная, что высокий пост правителя может ослепить их и повергнуть во тьму невежества. То есть нищие, о которых ты говоришь, это добровольно нищие люди. Это не несчастные люди. Это твои преданные, которые выбирают тебя вместо всего остального. Написано также в этой песне Бхагаватам, что нет ничего для чисто преданного в этом мире, от чего он не отказался. Ничего такого не существует. От чего не отказался чисто преданный в этом мире. В 12 стихе Господь Кришна сказал: Раджабхьо випхятасу бру самудрам шаранам гатан. Из стиха, из страха перед царями мы укрылись в океане. Здесь Шримати Рукмини Деви говорит, что настоящие правители этого мира – гуны, качества материальной природы, которые побуждают к деятельности всех живых существ. Шилачаначик Чакраварти отмечает, что Господь Кришна, опасаясь, как бы его преданные не попали под влияние гун природы, не запутались в чувственных удовольствиях, входит в океан их сердец, пребывает там, как всеведущая сверхдуша. Упалам пана матра атма. Таким образом он защищает своих преданных. Слово «упалам пха матра» также означает, что Господь – это объект постоянных размышлений его чистых преданных. То есть он находится внутри сердца преданных. В этом мире его не увидеть во внешнем. Он вне гун природы. Вот тут. Через в гунах не увидеть, нет его. Он внутри сердца находится. В 12 стихе Господь также говорит: Балават бхи крита двешан. Мы поссорились с сильными мира сего. Здесь Шримати Рукмини Деви отмечает, что в этом мире нет никого сильнее, чем материальные чувства. Верховный Господь от имени своих преданных вступает в битву с чувственными удовольствиями и постоянно пытается помочь своим слугам в их стремлении к духовной чистоте. Как преданные избавляются от нежелательных материальных качеств, когда Господь открывает себя им, и тогда расцветают вечные любовные отношения между Господом и Его преданными. В том же самом стихе Кришна сказал: Тякта, Дрипасанан, мы отреклись от царского трона. Однако здесь Шримати Рукмини Деви отмечает, что высокое положение в этом мире нередко ослепляет так называемых сильных мира сего и повергает их во тьму невежества. То есть что сделал Кришна? Построил крепость Двараки в море, поссорился со всеми царями мира, потому что в будущем будет битва на Курукшетре, то есть он разжег ссоры между ними, был причиной их ссор. Даже не взяв за оружие, он их всех перессорил. Всех собрал на войну.
И внешне выглядел так, что он поссорился со всеми, отрекся от царского трона, испугавшись, и живет на острове в Двараке за крепостными стенами, где живет 16 108 жен в свое удовольствие. Вот кто такой Кришна, а ему поклоняются святые. Он своего долга не выполняет, он трусливый, и говорит, так это все понимает. 16 108 жен, что он там делает с ними вообще? Но мы непостижимы. Чувство и наслаждение, там больше ничего нет. Тут с одной женой чувство не поконтролируешь. Тут 16 108 жен. Они, конечно, не понимали трансцендентной сферы этих отношений духовного мира. Интересно, что Кришна не привязан ни к одной жене на самом деле. Это его необычная природа Бога. Он никому не принадлежит. Он абсолютно свободен. Но он отвечает на любовь. Указывает, что он привязан. Это иллюзия. Он абсолютно ни к чему не привязан. Потому что если взять все целиком, со всеми дживами, это все его тело. Если так, это абсолютно истинно. Природа его непостижима. Но выглядит все это так, что он привязан к каждой жене, выполняет все их желания, слушает все их упреки. Рукмини он принес когда-то цветок Париджату. Необычно, он не вянущий цветок. На сарайской планете. Дерево Париджату здесь не растет на земле. Если появляется цветок Париджату, то сразу прилетают небесные птицы сюда. И окружение, и атмосфера, и запахи. Это цветок не вянущий. Он фактически как в храме может располагаться. Обычно люди могут поклоняться этому цветку, потому что это чудо какое-то небывалое. Аленький цветочек. И Рукмини он подарил такой цветок. Потом пришел, кстати, к храме. Она ему говорит, ну понятно, обо мне уже речи нет. Мне ты не даришь, что ты переезжаешь. А почему ты просишь цветок Париджата, спросил Кришна. Я могу тебе подарить целое дерево Париджата. Ну давай. То есть между ними есть свое любовное соперничество, конечно же. И Кришна поехал на райские планеты за Париджатом. И просто по-хозяйски туда вошел, как знаете, Индра тут, он полубогов, правитель тут, он вообще не обратил внимания ни на кого. Увидел Париджату, улыбнулся, взял его с корня, вырвал и поехал обратно. Индра, стой, сказал, что ты делаешь? Это не для земных планет, я слежу за порядком, нельзя! Кришна даже не обернулся. Индра взял оружие вообще, стал воевать с Кришной. У меня долг священный. Следить за дхармой, за порядком. Кришна, конечно, победил Индру. Когда Индра побеждается, Кришна, он у него снова всплывает его добродетельная вот эта вот божественная природа. Он начинает молиться, просить прощения всегда, как с Бардханом тоже самое. Потом он начинает молиться, просить прощения, очищаться от оскорблений. Это вот природа Индры. Вот, а Кришна стоял с этим деревом Париджата и слушал эти все молитвы его благословил Индру. Не беспокойся. И Двараку принес дерево Париджату Сатьябхаме. Рукмини, когда узнал об этом, ничего не сказал. Они очень разные. Идут Ямуна Деви и Вишакха Деви, это ученица Прабхупады. В Риндаване с рынка. В руках у них там фрукты, продукты несут, свой базар. Что Прабхупада готовит вдвоем. А Прабхупада в окно их видит. Они уже подходят. О чем-то говорят. Вишакха Деви и, значит, Ямуна Деви. И тут обезьяны на них набросили. На эти фрукты. Вот. И Ямуна сделала так. А-а-а! Вот так и все выбросило вверх. Вишакха даже не шла. Так и шла. Правда, посмотрел и сказал, какие разные. Очень интересно, да, когда все разные. Ни одно не упрекнул, не критиковал, просто говорит, какие разные. Как удивительно, что в духовном мире все тоже очень разные все.
Известно, что власть развращает, поэтому даже преданные слуги Господа стремятся держаться подальше от борьбы за власть и интриг, связанных с властью. Самого же Господа, черпающего наслаждение в своем собственном духовном блаженстве, не волнуют высокие посты и политическая власть этого мира. Таким образом, Шримати Рукмини Деви правильно объясняет поступки Кришны, доказывая, что они только свидетельствуют его высочайшей духовной природе. Итак, мы видим, что преданных тоже могут двойственно понимать люди. Они вот похожи, они отречены от этого мира, поэтому их считают глупцами. Когда-то мать мне так сказала тоже, когда еще вот пыталась понять, когда я ей рассказывал про Бхагавад-гиту, объяснял философию, чтобы она поняла, что это такое. Она сказала однажды: такая умная голова. Ты мог бы хорошо зарабатывать. Но ты вот глупо поступаешь. Но потом она изменила это мнение. Позже мне тоже мать стала повторять. Но сначала кажется именно так, что преданные какие-то малоразумные. Почему не используют свои способности? Но мы говорим, их нужно использовать для служения, не для чувственного наслаждения. Надо это делать. Это трудно, приходится себя как бы заставлять преданному выполнять такие обязанности материальные, потому что это долг. Но уже желания, власти, денег нет. Поэтому как бы стимул вот этот материальный уходит, мы наблюдаем это. Но духовный стимул должен быть. Для Кришны мы должны еще больше делать на самом деле. Для Кришны еще больше нужно делать. Потому что Кришна живет во дворце. Кришне нужно давать подношение. Кришна украшен. Кришна хорошо делает. Кто это делает? Делают его преданные. Они искусники. Кришна любит танцы, любит искусство, любит песни, любит музыку. Кто это делает? Это делает искусство преданных. Преданные все умеют делать. Для Кришны они мастера. Что касается себя, когда Кришна покидает Вриндаван, они даже печень не хотят растапливать и готовить себе. Они даже есть не хотят без него. Нет стимула материального. Говорит, а тогда если Кришны нет, что мы тут вообще делаем в этом мире? Зачем тут находиться? Странно, что мы не можем покинуть эти тела, они говорят, потому что Кришна сказал, что я вернусь. Вот это единственная фраза, которая здесь держит. Мы ждем, что он вернется. А так бы давно они все ушли отсюда, как Харидас Такур. Он ушел тогда, когда увидел, что его тело никуда не годится, он не может свои обеты уже соблюдать. 300 тысяч имен повторяют. Тело болеет. Говорит, тогда позволь, я просто уйду. Господь Читание говорит, тебе не нужно повторять столько имен, ты уже освобожденная душа, никакие обеты тебе не нужны. Хорошо, сказал Харидас Такур, тогда позволь мне уйти, что мне тут делать? Мне не нужны ни деньги, ни власть, ни семья, здесь ничего, у меня нет желания материального. И Господь Читание просто молча ушел и к вечеру вернулся с большим количеством преданных, с большим киртаном. Потому что знал, Харидас сегодня будет уходить. Он мог уйти по собственной воле, как в хижине. Он так и сделал. Присутствует Господа Читания. Просто говорит, постой передо мной и все. Что ты хочешь перед смертью увидеть тебя? То есть такие преданные не заинтересованы в материальной жизни. А есть еще преданные, которые заинтересованы в какой-то материальной выгоде, но ленивы. И думают, что они трансцендентны. Но когда ничего нет у них, они думают, а я саньяси. Просто потому, что у них ничего нет. Но саньяса настоящее отречение, это привязанность к Кришне на самом деле. Если человек должен быть привязан к Кришне полностью, тогда это уже полное настоящее отречение, которое наполняет его расы счастьем. Саньяса это не какая-то нищета, знаете, такая вот униженная, нечистая, жалкая. Это величие души. Отречение – это одно из достояний Кришны. Это отречение связано, смотрите, связано с чем? С богатством, с красотой, с знанием. Обладая всем этим, человек не привязан. Вот настоящее отречение. Не то, что он не обладает, поэтому отреченный. Он лишенный этого, не отреченный. Когда он обладает всем этим и служит Кришне, вот это отречение. Вот это отречение. В духовном мире все очень богато. Сверхбогато. Но никто к этому не привязан. Все привязаны только к Кришне.
А здесь стремятся к атрибутам Кришны, а Кришну хотят устранить. Богатство хорошо, но я буду хозяином богатства, не Кришна. Это мое. Это материальная природа. Вот она здесь работает таким образом. Мы даже прочитали больше, чем было сказано. Это был 35-й текст с комментариями. Хорошо. Будет у нас вопрос на свете. Здравствуйте, Ванга. Будет микрофон? Будет микрофон? Да, говори. Спасибо, Гурудев, за лекцию. Вы сказали, что все дживы находятся в теле Господа. Хочется понять, как это тело выглядит и по какому принципу эти дживы расположены в этом теле и где. Как выглядит духовное тело? Как вы, ну, вы сказали, что все дживы – это тело Господа. Как выглядит это тело? То есть у каждого тела есть форма. И где эти дживы конкретно расположены? Если они в этом теле, они же где-то находятся? А разве ты не видишь, где мы находимся? Это тоже Кришна. Эта форма будет воображаемая. Как вселенская форма. Она воображала. Это написано в книге Прабхупады. Что значит воображение? Прямо это означает воображение. Ты что-то можешь представить, умеешь все это. Воображаемая форма. Она не существует, как вот. Ты видишь вот эту форму. Она воображаемая, потому что она ведь структуру и иерархическую. Вот эту структуру в форме представляет. Что стоп это шутер, скажем, живот это вайши и прочее. Ну, то есть это не духовное тело, это как бы не вечное тело. Смотря какими глазами ты смотришь. Все вечно. С другой стороны, материальный мир временно существует. Но снова создается таким же, он вечно существует, чередуясь, разрушаясь и создавается. Ты знаешь, что это. Ты спрашиваешь о чем. Я вот хочу тут уточнить. Вот. Да, вот эта вселенская форма, что там есть голова. Ты сейчас со мной споришь, рассуждаешь, но у тебя вопроса нет. Давайте следующий вопрос. Ты хочешь рассуждать, тебе нужно понять, а не рассуждать. Ты пускаешься в рассуждение, тебе нужно глубоко понять одну вещь только. Услышанную. Какую? Любую. Ну, хоть одну пойми, что у тебя ум распространяется повсюду. На чем-то одном сосредоточься, выбери что-нибудь для медитации. Такие вопросы, они не помогают. От чего зависит восприятие внешней энергии, как внутренней? Похожий вопрос, да? Уттама-тикари может видеть, что все духовно. Господь видит, что все духовно. Для него разницы нет между внутренней и внешней, внешней энергией. Но преданные другого уровня и люди, подчиненные внешней энергии, не могут это видеть, не освобожденные. Для них есть разница, для них есть правила предписания. Когда душа освобождается, правила предписания не существуют для них. Она выше правил предписания. Но пока она находится под влиянием внешней энергии, такие предписания есть. То есть внутренняя энергия становится внешней, когда джива хочет отделиться от Бога. Та же энергия становится внешней. Становится дургой. Та же самая энергия. Мать природа, говорится, так что образно говорит, мать природа, которая может наказывать, может создавать, поддерживать, разрушать, она могущественна. Ее интерес в том, чтобы джива уважала отца, мужа ее. А джива в заблуждение впадает, пытается наслаждаться этой матерью как женой. Подчинить ее, наслаждаться ей. И тогда она подвергается наказанию, рождению и смерти постоянно в этой природе. Это делает материальная природа. Ее нужно увидеть как экспансию Лакшми, как энергию Кришны. Тогда она становится доброй. И награждает живое существо, наделяет его славой, богатством, не знаю, там, энергиями всевозможными. Для служения Кришне она становится щедрой. Но когда кто-то претендует на нее непосредственно, как равана,
Его убивает материальная энергия Дурги. Были демоны, которые хотели овладеть Дургой. Она их всех убила. Материалисты хотят овладеть материальной природой. Таким образом, они убивают сами себя. Но если мы можем занять эту материальную внешнюю энергию в служении Кришне, она действует как духовная энергия, тот же прасад, допустим. Это пища материальная, но если мы предложим Кришне, она становится духовной. И все остальное точно так же. Если мы сможем использовать свой ум материальный, свою речь материальную, тело материальное в служении Кришне, это все одухотворяется, качество меняется. То есть тело действует как дух в служении Кришне. Так можно увидеть, что внешняя энергия – это скрытая внутренняя энергия, скрытый дух. Вопрос по книге «Здоровых рабов». Там много очень проблем разбирается. И вы часто ее читаете, цитаты оттуда приводите. И надо громче. И секрет Рабиндра Прабху говорит тому, как разрешаются все эти противоречия, в более глубокой преданности Шрили Прабхупаде. Я вот хотел вас спросить, как вы понимаете, в чем это было более глубокое преданность Шрили Прабхупаде заключается? Более глубокое? Да, да. Ну, там из контекста это слово, там о какой говорится преданности, какой более глубокой. Там контекст. Положение Шрили Прабхупады, может, как ачарья основателя. Мне кажется, в этом контексте. С чем сравнивается, с каким представлением Прабхупады там, в том контексте? А-а-а. Более глубокое представление с чем? Вопрос был. Конкретизирует. Ну, если говорить, например, о самом Равиндра Сарупе Прабху, то у него была эта преданность Шрили Прабхупаде? Нет, нет, в том контексте, где он это говорит, о чем он говорит. Не о нем лично, о чем он говорит. Понял, да, противоречие было как раз между административным и духовным руководством, если говорить. Ты говоришь о лечении души в 16 общинах? Я говорю о... его семинаре? О книге Шрили Прабхупады «О чаре основания». Да. Там речь идет о том, что мы должны видеть его за пределами ум положения Прабхупады. Вот о чем речь. Не использовать Прабхупаду в материальных целях каких-то. Строя невозможные планы. А понять его положение как духовного, значит, сначала через духовное лицо, чисто трансцендентное духовное лицо. Вот о чем речь. То есть не то, что Прабхупада пришел дать на варнашрама дхарму и процветающую материальную жизнь. Не так нужно к этому. Он пришел нас забрать духовный мир. Вот, все книги об этом говорят. Все наставления именно об этом, что в этой жизни уходить к Богу, возвращаться к Богу. И журнал писал обратно к Богу. В этом было идея. Вот так нужно принять Прабху. Тут вот сообщение из Владивостока пришло, что вашего ученика прямо сейчас сердечный приступ, очень критическое состояние, как обратно Прабху. Он лежит сейчас на полу в Владивостоке, и скорая помощь сейчас приехала, что-то делает. Неизвестно, такая информация, только что прислали. Очень хороший преданный, у него супруга Брисимха Стути. Вот, очень искренний, преданный, очень Господа Нитянанду любит. Очень много служений делает в храме. Вот такая информация. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Иногда от преданных можно слышать, что первое, необходимо останавливаться, анализировать, что ли? Анализировать, да? Да. Кто это? Ну так говори лучше. И ничего невозможно сделать вообще. Они так анализируют, сяк, они начинают классифицировать что-то там в своей голове, сами по себе. У них есть консерваторы, либералы, там, демократы, кто там еще, автократы. Анархисты. Как? Анархисты. Анархисты. Вот они все эти вещи перемалываются. Но также они любят философию, и она помогает как-то справиться с умом, все-таки держать, ну, как бы перевели проповедь в сознании Кришны. Это мыслители по природе, такие, прамы, почти прамы. А есть вайшны. И Прабхупада говорит, для вайшны изучать бхакти-шастры – это просто потеря времени. Это его природа. Говорит, ну и так все понятно, нужно делать. Мы практики. Вот мы тут сидим два часа рассуждаем, а что делать? Брама говорит, не знаю. Мантру повторять надо. Принципы соблюдать. И когда вам это уже тысячу раз сказали, вы говорите, все понятно, я туда больше не пойду. Надо что-то делать. То есть обязательно должен быть какой-то практический вывод, обязательно. Нужно довести до конца, до воплощения этого знания. Просто теоретизирующие аналитики, они хороши в каких-то моментах, в каких-то моментах они препятствуют, запутываются. Ум, вот этот, который начинает погружаться в настроение, начинает сковывать, в бездействие переводить человека. И вы просто запутываетесь, там много знаний, много информации, какой вывод сделать сейчас. Сознание Кришны вы должны видеть. Что сейчас нужно делать в данный момент времени, в яте, скажем, в своей жизни? Или что в данном случае важно для этого человека, который ко мне пришел, для этого человека? Это сознание. Не просто вы владеете информацией, вы еще имеете сознание. И вы можете понять, что конкретно сейчас нужно, а что пока не надо, хотя это хорошо все, но пока вот нужно это. Можете выставить такую последовательность, а да уж так, что сначала вера, Татау Саду Санга. То есть есть последовательность ступени. И вы смотрите, человек на каком уровне находится. Не то, что видите сразу, у человека еще веры толком нет, вы видите прямо. Нужно предаться целиком Гуру Парампаре и принести прямо. Начинается сахаджи, начинает играть в преданность какую-то такую. Пытается это делать, хотя у него еще веры не развита, еще знаний, самбанга, яны нет у него. Прабхупада разве об этом говорил? Он говорил о чем? Вы отличаетесь от пальто. Поймите. Вы отличаетесь от пальто. Ну да. Вот так же отличаетесь от тела. Вот пока человек не поймет это, следующего он не говорит. Тогда человек чувствует, что он последовательно, научно развивается, твердо, уверенно, все понятно, шаг за шагом, все твердо, все держит. Время работает. Если мы говорим о звучных вещах, всем сразу скажем, как вот, без вот этого учета, да, то значит мы не имеем развитого сознания тоже. Мы теоретизируем. Мы понимаем,
термины, а глубины этих терминов еще не реализовали. И мы пользуемся просто терминами философскими, но в жизни они не работают. Получается, что философия не нужна, вывод такой будет в конце концов. Она нужна для того, кто готов. Это руководство к деятельности, как Бхагавад Гита, а не философский трактат. Для этого необходимо иметь сознание Кришны. Еще что-то еще находим? У нас просто в одной лечебной программе такой как бы вопрос попался, что проанализируйте, ну, на каком вы уровне находитесь, ну, там, где ступени, да, шрафы, там, и так далее. Вот, может, человек сам уже преданный, сам он как бы понять, на каком он какой-то ступени находится, или это как-то, ну, как сказать, это вот с помощью ума, вообще это нужно преданному, так анализировать. На каком уровне человек находится, нужно сравнить не с писаниями и не со своим умом и настроением, а с духовным учителем. Наш эталон – мой духовный учитель. Я всегда сравниваю свой уровень с его уровнем. И вот тут, какие у меня отношения с духовным учителем? Могут быть такие отношения, что я завишу от его физического присутствия. Значит, уровень еще начинающий. Как только гуру физически отсутствует, я слабею. Я забываю, меня охватывают какие-то желания, там, дела, и я забываю. Мне трудно практиковать. Есть другой уровень, когда я могу уже просто слушать лекции духовного учителя, даже в записи или читая книги, уже поддерживать свою духовную жизнь. Уже есть ближе отношения. Это ближе отношения. И есть другой уровень, когда уже ученик передается полностью миссии духовного учителя. Это лучшая позиция. Это означает, что связь крепкая. Вот по этим критериям можно тоже ориентироваться. Потому что мы же с вами читаем там Шатха, Садусанга, Баджана Крия, Анартхани Врити, обычно этим пользуемся. Но эталон сравнения можем с гуру. Можем находиться на любом уровне и можем упасть, понимаете, в чем дело, если мы не будем видеть духовного учителя отношениями. Яся прасада, Бхагават прасада, яся прасада, нагатик утопи. Нагатик утопи. Мы не можем достичь совершенства без прасада, без милости гуру. Значит, нужно помнить его наставление. Трижды в день нужно помнить его наставление. В течение всего дня значит, мы должны заниматься преданным служением. Утром, днем и вечером помним. Хорошо? Харе Кришна. Можно, да? Да? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклонения. На ретрите вы говорили про отождествление, про самомнение, как с кем себя отождествлять, когда вот когда я социальную роль какую-то исполняю, то с кем я себя должен отождествлять, чтобы, ну, с одной стороны, прогрессировать, очищаться, как бы не привязываться к плодам, а с другой стороны, не имитировать, то есть не свой уровень. Отождествлять надо себя со своим долгом. Все. Ни с кем другим. Со своим долгом. Это самоосознание. Если ты знаешь, что долг, ты уже знаешь себя. Уже начало знания нет. Ты уже знаешь себя. И потом нужно углублять это сознание. Если я не знаю, в чем мой долг, я забыл себя. С долгом. У Кришны 16 тысяч 108 жен. Преданные читают 16 кругов по 108-8. Цифра одинаковая, 16 тысяч 108. Случайно ли это совпадение чисел? Какое значение это имеет для духовной практики? Похоже, не случайно. Надо хорошо подумать, я не знал об этом. Боже, мы упустили важную вещь. Ты скажешь, что это случайно? Микрофон дайте. Скорее всего, не случайно. Мне кажется, более не случайно и более важно, это то, что мы продолжаем повторять свои 16 кругов на четках, как нас просил Шрила Прабхупада, и это приводит нас к совершенству. Мы
16 тысяч кругов повторяю. Только 16 кругов. Но один круг идет за 1000 в Екатеринбурге, я знаю. Но цифра правильная. Здесь намного труднее это делать, чем во время дамы, светит камень. Поэтому считайте, что один круг за 1000 делаете, если вы еще в миссии участвуете, все совпадает. Стоп, где? Да, да, да. Читаем Чаритамриту, это очень высокий трактат, высочайший. И читая читая Чаритамриту с материальными отождествлениями, мы не сможем понять ничего, на самом деле. Но при этом, что удивительно, она обладает чарующим могуществом, милости Господа читания. Что даже неквалифицированный человек, просто читая Чаритамриту, может почувствовать Павла. Господь Читание даже сказал, будем играть спектакль игры Радхи Кришны. Но сам говорит Радхи. Но этот спектакль мы не покажем всем. Должны прийти только те преданные, кто контролирует свои чувства. Господь Читание объявил. Когда они пришли на сцену, актеры, все было готово. Увидели, что зал пустой. Все преданные подумали, я несовершенен, я не могу идти туда. Я не могу совершенствовать контролировать чувства. Тогда некому было показывать все. Тогда Господь очень дал благословение, которое работает по сей день. Я благословляю всех, кто придет, что во время спектакля вы сможете контролировать чувства. То есть во время чтения, читающие Чаритамриты, вам удастся проконтролировать чувства, вы сможете получить понятие смысла. Она так устроена. Это особое произведение, отличающееся от этого. Что там есть милость Господа читать. Не просто читать. То, что написано, читает. Особенно поразительно это последняя глава, последняя часть. Она с ног сшибающая, если ее почувствовать. Она просто поразительная, она сметает все материальные привязанности. Это полное предание, полное предание. Что там описывается в последнем главе? Шикшар. Там объясняется Шикшар. Вершина. Это читайте. А потом, когда прочитали от начала до конца, начните заново, и вы увидите, что будет. Вас будет трясти эта музыка. Дорогой Егор Михайлович, можно вопрос? Вчера в общественной лекции вы рассказывали о том, что когда Веда говорит, в течение 10 лет, основываясь только на одном стихе Бхагавад-гиты, расскажите, пожалуйста, какой это был стих? Ну, что захотел? Секретный стих, ну. Ну, только для Екатеринбурга. Да все знают, господи, Веда, 100 раз слышали эти лекции здесь. Рахана, ты знаешь? Сто раз эти лекции проводили по всем университетам. О чем? Уровень сознания. Пять чувств, над ними ум, над ними разум, там, душа, сверхдуша. Вот об этом и говорили со всеми интеллектуалами и учеными. Лет 10 точно. В основном вот об этом и говорили. Это была вот первая ступень. Мое обращение, как оно вот в социальном мире, я хотел, чтобы люди услышали это. Я пытался это вот довести до слуха. И потом это стало происходить, я увидел, что люди начинают слышать, воспринимать. Тогда, ну, тема пошла дальше.
также карма, реинкарнация стали это объяснять подробно, детально в общественных лекциях. А уже потом, после этого, стали говорить о значении духовного учителя. То есть так постепенно, постепенно, последовательно. То есть год за годом были такие туры для общественной благопросительской программы, так скажем. Иногда они никакого отношения не имели ни к Хари Кришна Матре, ни к чему другому, ни к Кришне не говорили, просто говорили о двух законах. Но люди догадывались, что речь идет о Боге на каждой лекции. Вопросы к этому все пришли. И тогда мы еще и Матру показывали, конечно же, при случае. Четкие доставали прямо со сцены, читали, показывали, как нужно медитировать. Вот это происходило многие годы. А сегодня, вчера человек подошел, книгу подписать «Иллюзия реальности». Она написана уже несколько лет назад, и я не получил ни одного отзыва за это время. Я уже думал, может, это написано не очень понятно. Может быть, слишком заумно, сложно, но скучно читать. Уже так не стал относиться, но написал. Человек подошел вчера, именно благодаря за эту книгу. Сильно очень. Она не сильно помогла в жизни. Но, значит, не зря, значит, хорошо. То есть я стараюсь для людей. Для преданных я не стараюсь. Сами, пожалуйста. Вы уже большие. Учите свои своими ногами. Мы поем киртан, и хватит. И просад вам достаточно. И вы уже знаете, что нужно делать здесь, тем более в Екатеринбурге. Здесь очень сильные, старые вот эти преданные поколения. Те, кто вот выжили, они очень сильные. Да, вам повезло, это не в каждой ярде есть такое, такая команда. Здесь прям семья, крепкая семья духовная, тут очень сильная атмосфера духовная, цените. Екатеринбург. Они уже все квалифицированы как шикши-гуру практически. И мужчины, и женщины того поколения. Кришна ни к чему не привязан. Радхакун испытывает желание ответить на чувства Гопи. Это просто природа или действие его внутренней энергии, которая вдохновляет Кришну на ответ преданным. То есть, если он ни к чему не привязан, почему так хочет ответить на чувства преданных? Бхактия мам абиджанати. Вот Кришна о себе когда говорит, много о себе разных вещей, как говорите. Но обратите внимание на это выражение. Оно-ка мы, можно не заметить его, вот в чем дело. Это тоже его верховная природа. Причем главная составляющая для преданных, для души. Это для души существует. Он существует сам для себя, самодостаточно. А как он существует для души? Завтрашний говорит, бхактия мам абиджанати. Для души я существую в атмосфере любви. По-другому никак от меня не выйдешь. Вот тут я отвечаю, тут я проявляюсь. Я отвечаю и покоряюсь любви. Это его всеблагая природа. Он думает только о благополучии каждого живого существа. В духовном мире он просто увеличивает блаженство каждого. В этом его верховная роль. Это его игра. Увеличивает счастье. Это Кришна, источник этого счастья. Эко бхагунам явидатхати хаман. У каждого живого существа есть желание. И одно живое существо исполняет всех желаний. Эко бхагунам. Всего одно. Это его тоже природа, это в Гите написано, я тебе говорю. Если мы сказали, что он просто верховный, этого было бы недостаточно, чтобы понять его. Ни одно утверждение не описывает его полностью. Так говорится. Ни одно утверждение неправильное. Его нужно понимать целиком. Если что, он безграничный? Нет, но также ограниченный. То есть ограниченный? Нет, бесконечный. Он один,
Нет, он также безгранично множественный. Он мужчина. Нет, он также женщина. И не мужчина, не женщина. Нет. Вот что о Боге. Как же понять? Через взаимоотношения. Мы смотрим на Ешоду и понимаем, Кришна – сын Ешоды. Мы понимаем все взаимоотношения Бога. Мы вступаем в эти отношения. И как? Бхакти, мам, баджана. Через любовь, через преданность. На остальное отвечает материальная энергия. Если нет любви, это другая область отношений. Кришна – это живое существо, не забывайте об этом. Не просто независимая какая-то энергия. Это личность. Но он также Брахман безличный. Локализованный Параматма для каждого свой. Но имеет также свое бытие. Вот сколько подтверждений видите. Последний вопрос. Так, микрофон удалось. Да? Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарны за приезд в город. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличаются жены Брахманов от Гопи? Когда жены Брахманов накормили Кришну, вот он сказал, он поблагодарил и сказал, возвращайтесь теперь к своим мужьям. Они сказали, ну какой нам смысл? Мы любим только тебя, хотим служить тебе, нас больше ничего здесь не интересует. Но он велел им все-таки вернуться и продолжать служить, потому как мужья без них не смогут завершить свою яки. И Гопи, он, по идее, на конце раза тоже начал с того же играя с ними, сказал, что зачем вы сюда пришли? Они сказали, нас больше ничего кроме тебя не интересует, мы хотим только служить тебе. Но им он позволил остаться. Вот в чем разница здесь? Разные тела. Разные тела. Жены брахманов, их называют жены брахманов. Гопи не называют так, что они чьи-то жены. Не слышат, чтобы их так называли. А гопи говорят, как они законы супруга Кришны. И все. Партнерас. У них нет этой связи. Поэтому азид это жены брахманов. У них есть связь с мужьями, у них есть порыв к Кришне. Но Кришна видит, что у них есть связь с мужьями. Значит, он их возвращает обратно к мужьям. С какой целью там описывается это либо? Мужья становятся преданными, видя экстаз этих жен, вернувшихся от Кришны. Они начинают осознавать свое падшее положение брахманов. Начинают проклинать все ведические ритуалы. Говорит, посмотрите, как счастливы эти женщины, наши жены, которым мы запрещали ходить туда. Потому что согласно обрядным предписаниям, это не нужно делать. Но мы забыли о Боге, для чего мы это делаем. И вот они принесли этот свет. Да будьте прокляты все эти ритуалы, которые нам помешали осознать Бога. Вот какая лила, вот для чего это делается. Это пример вот с этой стороны. А гопи является другим примером совсем. Что есть такой уровень преданности, который не зависит ни от чего в этом мире, вообще ни от чего. Можно очень много говорить об этих людях, тонкости обсуждать, ачарьев, можно в комментарии посмотреть. Это очень интересная тема, отношения с Кришной. Это захватывающая тема. Так, еще микрофон был здесь, да? Да. Надо заканчивать. Кришна, я буду благодарить. Мои поклоны, пожалуйста. А вот про семейные отношения вы говорили, что там любовь, она проявляется как забота, и она должна быть такая нежная. И вот сегодня тоже про такие интересные игры в семейных отношениях. И у Господа тоже с своими чистыми преданными какие-то игры происходят, как вот любовь так проявляется. Иногда позорная, еще какая-то. Вот. А отношения духовного учителя и ученика, и более строгие отношения, они же тоже основаны на любви. И вот как проявляется любовь в этих отношениях, может быть, какой-то ваш личный опыт?
Да, есть раса между учеником и гуру, несомненно, должна быть любовь. Раса служения должна быть. Да, все раз. Мы совершаем, то есть отдать расе, это главная наша сейчас работа. Когда мы утвердимся в этой самбанхе, даси расе, в служении, когда полностью станем слугами Кришны, мы сможем уже понять себя вот в той роли. Это проявится наша духовная природа, индивидуальная. Любая индивидуальная природа основывается на даси расе, служении. Сейчас нужно учиться. Итак, все-таки последний у тебя вопрос? Или предпоследний? Последний. Последний. Гуру Махарадж, такой вопрос про личность. Когда мы к кому-то обращаемся, мы за помощью или с просьбой, мы стараемся обратиться именно к личности, учить его какие-то особенности, чтобы быть услышанными и чтобы быть уместным, этот вопрос должен быть. А что нужно учитывать и как обратиться, например, к Господу Чайтанье? Что нужно учитывать, обращаясь? Потому что он личность, это же, как вы сказали, не забывайте, Господь личность. Что мы должны учитывать, обращаясь к Господу Чайтанье, к Господу Нитьянанде, чтобы быть услышанными, чтобы это понравилось? И имеем ли мы такое право? Не очень понятное слово «учитывать». Есть у нас, естественно, какие-то желания, мы обращаемся к Господу с желаниями какими-то. А с какой смысл учитывать, что это такое? Например, вот когда я задаю вам вопрос, мне кажется, иногда я понимаю, как вам нужно спросить. Иногда не понимаю, но как-то пытаюсь так спросить, лучше бы так спросить. Или я вот общаюсь с каким-то другим человеком, общаюсь, вот, понимаю, о, вот такой характер, ну, так вот уже спросить, или так спросить. Или говорить, а как Господу обратиться, Господу Чайтанье? А, Господь Чайтанье сам тренирует это. Обращайся, ты все. Он сам это тренирует. Ты почувствуешь. Просто обращайся, как умеешь. И потом ты просто учишься этому, потому что Господь Чайтанья сам тебе ответит, играет внутри сердца. Дети говорят, что преданное просвещает внутри сердца. Кто служит? Не нужно здесь анализировать слишком. Мы и так знаем, что это милостивый аватара, что он в экстазе любви Шримати Радхарани Кришне. Ну, достаточно. Что он не принимает оскорбления в этом состоянии, распространяет любовь к Богу. Мы все это знаем. Достаточно уже. Остальной опыт. Этого знания достаточно, можно же опыт. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.